Четвертый международный фестиваль искусств «Шостакович» над временем в самом разгаре, сообщают в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Для любителей культурного отдыха в рамках фестиваля проходят самые красочные премьеры этой осени. 15-16 сентября премьера балета «Барышня и хулиган» в Самарском академическом театре оперы и балета. 21 сентября в 19:00 на сцене Самарского академического театра драмы состоится премьера музыкально-драматического спектакля «Угрюм река. Жизнь океан». 23 сентября в 18:00 в Самарской филармонии Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки «Альтра Кора» представит концертную программу «Дмитрий Шостакович в зеркале эпохи». А 25 сентября в 18:30 на сцене Самарской филармонии выступит Российский национальный оркестр с симфоническим концертом ко дню рождения Шостаковича. В телеграм-канале Красноглинского района информируют о том, что библиотеки предоставляют новую услугу – электронный каталог. С его помощью вы сможете, не выходя из дома, самостоятельно найти книгу, статьи из самарских периодических изданий, публикации из журналов и газет и многое другое. С 18 по 22 сентября в Самаре пройдет 16-й международный кинофестиваль «Соль земли», который объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран. Говорится в телеграм-канале промышленного района. Вход на все кинопоказы свободный, на творческие встречи по пригласительным билетам. Жителей Октябрьского района приглашают пройти диспансеризацию. Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно, по телефону поликлиники или на портале госуслуги. В телеграм-канале Октябрьского района сообщают, что профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение и демография». Ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.